Утром минувшего воскресенья в Чебоксарах, как и во всей северной части республики, установился снежный покров. И в ближайшие дни он будет расти. Во вторник существенных осадков еще не ожидается, но уже в среду синоптики прогнозируют метель, усилится северо-западный ветер. Самый интенсивный снегопад на этой неделе ожидается в четверг. В пятницу Чуваши окажутся на восточной окраине антициклона. Поэтому выглянет солнце и подморозит. В ночь на субботу до минус 11, сообщается на сайте «Погода-21».